Добрый день! Сегодня вашему вниманию я хочу предложить чечевичный соус. Берем 200-граммовую чашечку чечевицы красной и высыпаем в кастрюлю. Заливаем ее водой холодной, так, чтобы она была покрыта сверху 2-3 сантиметра. Ставим на огонь. Подсаливаем где-то пол чайной ложечки соли. И после того, как она закипит, варим еще 3-5 минут. Наша чечевица вот уже готова. Отбрасываем ее на дуршлаг. Не должна быть она слишком клейкая, не должна быть разваренная. Даем ей возможность теперь полностью остыть. Остывшую сваренную чечевицу мы помещаем в кухонный комбайн или блендер. Для дальнейшей работы с ней нам понадобится растительное рафинированное масло. 100-150 мл, 1 столовая ложка соевого соуса, 1 столовая ложка горчицы, 1 столовая ложка лимонного сока и 1 столовая ложка сахара. Сначала мы добавляем горчицу и сахар. Включаем блендер и перемешиваем. Вот такая масса у нас начинает получаться. Чечевица еще не полностью взбита, но это не страшно. Сейчас я закрою кухонный комбайн, включу его и буду тонкой струйкой добавлять растительное масло. Вот такая масса у нас получается. Теперь мы в нее добавляем оставшиеся ингредиенты. Соевый соус и лимонный сок. И взбиваем дальше до однородной массы. Вот такой удивительный соус из чечевицы у нас получился. Если в ваш рацион не входят яйца или на дворе пост, он может заменить прекрасно майонез во многих блюдах. Желаю вам хороших экспериментов на кухне и позитивного настроения. До новых встреч!